Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас небольшая экспедиция в большом-большом сегодня составе. У нас сегодня молодежь, старички, пердуны собрались тоже. Русик по своей традиции занимается хозяйством, оккультуриванием нашего лагеря. С нами Илюха, да-да, тот самый победитель, Серега. Серега, здорово! Между прочим, очень хороший комментатор. Два молодых пацана, Ярик и Санек. Все заняты делом, все занимаются всем нужным. Мы приехали к вечеру, чтобы сейчас найти небольшие фундаменты, чтобы как бы была перспектива на будущее. Сейчас мы небольшой застолье себе устроили, костер, мясцо. В общем, я думаю, сегодня получится интересно. Тем более, пацаны очень веселые, компанейские, своих ребятишек взяли. Вот, так что я думаю, сегодня классно получится. Видеосюжет будет очень длинный, может, из нескольких видеосюжетов получится. Останемся с ночевкой, будем рассказывать страшные истории пацанам, чтобы они у нас тут наложили в штаны. У меня очень много историй. Так что посидим около костра, что-нибудь интересненькое у нас сегодня будет. А я бумагу не взял. Бумагу не взял? Вот так вот, без бумаги сегодня будем. По траве. У нас вода, Сереж, есть. Вода есть, вода есть. По траве, говорит, ширку задницу и все. В общем, дружно сегодня получится. Жалко, что у нас Рустик не такой вот человек. Да, не публичное лицо, но все равно иногда я буду его лицо замазывать, когда он будет появляться. Так что вы должны нас понять. Ну а в целом все, лагерь обустраивается. Серега у нас вон на кухне. У нас будет кок. Так, Илюх, ты у нас чем будешь заниматься? Купца делаем. Чай сейчас будет варить. О, чай будет варить. Серега у нас кок, чефир. Русик у нас занимается обустройством костра, всего такого. Пацаны у нас занимаются, чтобы, ну, сами понимаете, лишь бы чем-нибудь занимались. Ну, а я буду снимать все, кто чем занимается. Так что смотрим, приятного вам и аппетита. Сейчас у нас подойдут сосисочки очень вкусные. Вот. Так что приятного вам аппетита. И с праздником вас, ребята. Да-да, праздник. День России. Отмечаем вот такой дружной компанией. Ура! Мы обустроились. Лагерь все хорошо. Рюмочки мы опрокинули. Там у нас деятельность идет. Ярик и Санек готовят нам горячее. Ну и пацаны тоже. Серега. Сейчас мы, вот, предводитель, будем вручать тебе новую лопату. Да, ребят, на прошлом копе я сломал фискарь себе, представляете? Железная труба согнулась, ёшкин кот. И я попросил Серегу прикупить мне новенькую. И вот сейчас он мне вручит, и сегодня я буду обновлять новую лопату. По традиции. Да пошел ты, это не моя, не новая, блядь. Нет, давай доставай новую. Нет, не пойдет. Тем более лезвие какое-то маленькое. Вот, а, она, моя вот красавица! Ух ты! Ай-яй-яй, ребята! Да, на ней еще ни одна муха, как говорится. Так что эта лопата сегодня мне будет выкапывать находки. И вот тебе на сдачу еще. Вот сдача. Хорошо. Благодарю вас, комрад. Ну а сейчас пойдем вон на те фунды. И посмотрим, что они у нас дадут. А они обязательно дадут, потому что не зря я пацанов сюда привез. Именно на это место здесь у нас будет. Фундаментный камень, ты хоть подзаточи немножко. Не, точить лопату ни в коем случае нельзя. А потому что по ней трахнешь по монете, и все. Монету и бутылку, да, и бутылку. Бутылочный король тебе. Бутылочный король, да, ребят. На прошлом копе я бутылки наковырял, и Серега мне припаял бутылочный король. Ну ладно, что, король, ну и в Африке король. Итак, ребят, помимо всего, мы сегодня должны обмыть Серегин новый автомобиль. Нивушку он свою продал, и вот смотрите, какая у него сегодня красавица. О, дайте я сяду. Ребят, здесь даже еще заводом пахнет. Красавчик. Вообще, Сережка хороший автомобиль взял. Но факт в том, что он ненадолго его взял. Он все же будет брать автомобиль для копа. А это так, на время. Побаловаться. Так что, Сереж, когда будем обмывать-то? Ну, когда осенью, как Ниву возьму хорошую. Когда опять пьянствовать будем, да? Ладно. Вот такой вот красивый автомобиль. Не для копа,
Но для семьи проехал, пойдет. Ни разу не чиркнул Илюху. Посадки нормальные у них. Не, на трассе нормально, не отставал. Ну ладно, пойдем, пошли копать, а? Пошли копать. Копать, копать. Ну, вон туда мы идем. Все, с находкой Ладно. Включимся. Так, ребят, у нас уже веселье пошло. Слышно, тебя будет. В общем, ребят, так, Рустик, блин, в кадр попадает, ёшкин кот. Давай-ка я вот туда. Ребят, в общем, у нас такая идея возникла. Ветер, не знаю, камеру я приклеил, поролончик, надеюсь, будет хорошо. В общем, хочу сделать небольшой челлендж. В каком роде? Мы сейчас стоим за столом, вот, все по рюмашке. И чтобы было очень интересно нам самим всем четверым, хочу устроить небольшой конкурс по поводу того, кто первый найдет находку, монету, именно монету, ребята, без разницы, царь, совет, тот получит приз. Какой приз? Я бы хотел бы сейчас именно вместе с вами обсудить среди комрадами. Сереж. Тот с утра за пивом не едет. Но это утром мы и так пить не будем. Илюх. Блин, ну не знаю. Ну давай, давай, давай. Ну, что-нибудь интересненькое такое. Эдакое. Я выдумываю. Подкачаешь мне левое колесо. Так, вот рука. Рустика, Рустик, какой приз? Подкачаешь мне левое колесо. Ну задрал. Ну, что-нибудь посерьезнее, ребят. Что-нибудь посерьезнее. Хорошо. Сразу пыл убавился, ребят, как насчет призы. Да я не. А что призы? Питак. Кольцевик сразу. Кто нашел, тому пятак сразу. А где? В своей коллекции отдаем. Кто нашел первую-то и все. Да у я каждого не... есть кольцевик. Тьфу ты, блядь. Ну кто найдет, есть, тому я крестик. Не, это ребят, да. Кучеряев. Кто найдет, ну-ка достань крестик свой. Да я не имею в виду, ребята, из своих находок, ребят. Я не имею в виду своих находок. Задрали. Ну это... Нет, а вот эти американские лодоискатели, они, помнишь, кто лучше находит, там, тот желание загадывает там, ага. Проигравшего. Точно, ребята, так и будет. Тот, кто первый находит, ребята, находку, тот, будет... проигравшему заказывает желание. Тот загадывает желание, ребята. Желание именно для всех троих, кто останется. Вот так, да, вот такой, да? Интересно. Интересно, да, ребята? Вот именно кто найдет первую монету... Какого плана? Монету? Я сказал монету. Любую. Монету, любую, да. Советскую, царскую, без разницы. Так что сейчас пойдем рыть, как кабаны. Чтобы загадывать потом. Ох, ребята, смотрите, что. Ох. Вот только что хотел Илюха, ребята, победителю отдать вот такой крест. Нет, ребята, это чересчур шикарно. Нет, мы на такое не пойдем. Нет, ничего нету. В общем, победитель будет загадывать желание. Ну и, конечно же, узнаем, что желает победитель от троих комрадов. Так что смотрим, будет довольно-таки интересно. Так что все ломимся копать и искать. Ну что, ребята, эти комрады, этот и тот сегодня будут играть у меня... Ты куда? Положи на место. Ребята, вот смотрите, вот мои перчатки, щупом и не проглядывал. Первый сигнал, который выкопал, и это была монета. Сережа? Вот она, ребята, красавица. Это царская... Блин, я по ней еще лопатой задел. Видите, свежий такой. Сегодня считается. Считается. Это у нас двушка. Двушка Николая, ребята. Ой-ой-ой. Серега, будешь? Я не хочу туда ходить. Я ищу монеты там, где они есть. А там, где нет, там Рустик ходит. Так что, ребята, прикиньте, один раз ковырнул. У Сереги две пробки. Ребят, первый капок верховой, ёшкин кот. Илюха вон побежал за пинпоинтером. Вот его лопатка. Вон он бежит. А я выкопал монетку, ребята. Вот она, монетка. Фундамент вроде как не тронутый. Раз верховой, значит, фундамент не тронут, ребят. Надо сюда перемещаться с пацанами. Но пацаны сегодня будут выполнять мои условия. А это вот Рустик. Хрень какую-то выкопал. Замок. Да хрень, ёпты. Ладно, ребята, все. Это мои сегодня будут, как вам сказать, рабы, которые будут выполнять мои. Я челлендж выиграл, ребята. Сань, настрой не забывай. Настрой? Меня уже, ребят, пугают. Меня уже пугают, что нас трое, да? Ну, условия есть условия. У меня есть видеодокументирование, где все ребята согласились. Так что ребята выполняют мои сегодня приказы. Ладно, идем дальше. 26
Итак, ребят, Серега с краешку тоже монетка распечатал. Я говорю, 3 до 27-го. Но оказывается, это... Годочек не дотягивает. Да, это 26-й год. Ну что, ранний советик, классно, зачетный. Серега тоже распечатался. Значит, ниже на штык будет 27-й. Точно. Ну, да, на год. А, наоборот. Да, Русик с другого конца. Илюха в центре, где и я там ковыряюсь. В общем, классно. Двое комрадов уже распечатались. Ждем остальных двоих. Пойдет. Че там? О, Илюха ложки копает. Серебро? Да, два. Ладно. Терка 305-я, да? На 505-я. Пойдет. Итак, ребята, вот здесь и вот Серега выкопал у нас царский пузырек. Он достал, но Рустик прибежал и отобрал. Сказал, Сережа, да. Это пока. Вот это мечта. Ох, смотрите, ребята, какая красота. Ну, бутылочка с орлом, аптека. Красавчик. Да, вот, ладно, это мечта вот эта бутылка уже сделала сегодняшний коп, ребята. Серега, кого это только начало? Ты чего говоришь? Красавчик. Уже сделала бутылка. Класс. Серый, мои поздравления, но ты сегодня у меня в рабах. Я тебе все не буду приказывать. Ты можешь загадать, что ли? Могу и бутылку заказать. Да, между прочим. Я сегодня король, что хочу, то и творю. Так, царь Гарри. А смотри, здесь серый. Смотри. Смотри, это... Там, я говорю, там это... Блин, там я... лопата проваливает. Я сейчас к тебе, Сер, сюда приду. Нет. Да. Смотри. Кости, да. В общем, вот это вот местечко надо шурфить. Я с того угла фигачу, но вход, походу, был здесь. Илюх, короче, ты уходи. Красавчик. Идем дальше. Ну что, ребят, вот смотрите, не вызванивал. Надеюсь, что это монета, вот она. Так, советик, 15 копеек, рамочник, сам выскочил на волю, 57-й год, зачет, блин, ой, чуть не наступил, на моем приборчике наступил, ёшкин кот. Была у меня еще керосинка, колесик и конинка, у пацанов пока тухляк. Но у них засыпка классная, ребята, классная засыпка. Как вы видите, по моим урокам шурфа я начинаю, да и в принципе пацаны тоже начали именно по периметру. Сначала прозвонили верховые, тут выцепили монету, там ложка, здесь. И в принципе пошли потом по всем правилам шурфологии. Все вырабатываем по периметру и выкидываем за пределы. Копаем до материка, затем углубляемся в центр. Вот такое обычное правило шурфологии, так что имейте в виду. Идем дальше, находки обязательно нас еще порадуют. Время еще позволяет, так что до стола нам еще далеко. Стол нас подождет. Рустик у нас один-единственный остался пока без находок, ёшкин кот. Облачника поднять. Ну, Рустик, как всегда, в своем репертуаре. Мы мечтаем найти облачника. Или синицу в небе. Или что там еще говорят? Что там еще? На пушках или что там? Барабаны, блин. Мечта. Да не твоя, она всеобщая. Ладно, пойдем дальше. Ну что, ребят, продолжаем ковыряться. У всех пока тухло. У всех пока пробки. Да, пробки здесь встречаются. Но я решил вам заснять вот такую вот монетку. Это царская монета. И лишь только из-за этого я стал вам показывать ее. Это 1 копеечка 1903 года. Я думал советик и уже задумался вам его не показывать. Но это царь. Копейка. Так что я пока в лидерах. У меня два царя. Илюха там что-то матерится. Серега там что-то. И Русик решил ко мне перетоптаться, да? Ну, а что тебе, одному кайфовать, да? Одному кайфовать? Нет, ребят. Находки. Вот здесь и вот, ребята. Вот здесь и вот. А Русик чалится в центр, ёшкин кот. Говорю, вот здесь вот. Илюха не там ковыряет, конечно. Нет, я сниму. А, ты хочешь просто снять?
Ладно, ребят, я говорю, что находки вот здесь. И они здесь будут. Мать, ёпты. Итак, ребята, ковырнул. Смотрите, смотрите, раз монетка. Смотрите, раз монетка. Что за монета? Совет, ладно. Плохо, ладно. Вторая монета, ребята. Двуха. Это 15 копеек. Все, это 2. И вот смотрите, здесь, наверное, еще будут. У тебя это, пинпоинтер, Илюх. Давай. Сейчас в прямом эфире, может быть, здесь еще раз сыпуха может быть. Придется кого-то бить. О, да, что-то пищит. Вот это железо. Пищит что-то. Она все же. Вот железо. Накидываем. Где? Да что стесняешься? Берешь вот так вот. Ну-ка. Нет ничего. Ага, выйдет. Короче, лучше Аськи нет ничего, ребят. Сейчас Аську возьму и прозвоню. Сейчас мы определимся. Пойдем. Нету? Все, ладно. Так. Так, Фишер. Ах ты бес. Царь, да, царь? Царь. Так, тадан. Да, ребята. И я по ней. Не, не по ней. Это двушка царская, ребята. Че там, Сереж? Совет? Совет? Стой, не смотри. Да? С одной стороны, да. Ой, с одной стороны, смотрите, ой, вообще красавчик. А с другой говняцкий. Ну, это трешечка. 45-й. 27-го? 45-й. Вот у меня царь, ребята, царь. Ой-ой-ой. Хорошо, красавчик. Ай-яй-яй. Следующая монета будет у Илюхи, я ему обещаю. Поехали дальше. Итак, ребят, шурфим мы с Илюхой. Я прозвонил вот за ним, и у меня сигнальчик был, и я Илюхе подарил, ребята, подарил маленькую царскую монетку. Эта монета 1/2 копейки, Николай, видите, да? Даже год скажу, 1907 николаевский образец. Вот такая вот копеечка. Мое поздравление, Илюха, с первым царем. Красавчик. Ну что, Илюх? У тебя первая самостоятельная находка, да? Я тебе одну помог, и у тебя поперла. Так, пошла двадцатка. Двадцатка. Рамочник, 52-й год. В принципе, неплохой такой классный сохранчик. Зачетно. Двадцатка, крупная монета. Мои поздравления, класс. Идем дальше, ребят. Идем, идем. Копаем-то всего-навсего. Чуть-чуть, ребят. Вот смотрите, видите, да? Фундамент огромный. А мы копаем всего-навсего. Вот такой-то эпицентр маленький. И находки уже радуют. Итак, ребят, уже в полумраке, уже в темноте. У меня сигнал выкопал, наконец-то, долгожданный. Думал, копеечка советская. Но она радует тем, что это 1/2 копейки. И не просто 1/2 копейки. Ребят, а смотрите, я ее переворачиваю. Та-дам! Это Александр. Александр II. 1/2 копеечки, и они, в принципе, дорогие. Вы цену, конечно, уже узнали, а мы еще пока нет. Вот такая монетка, зачетная, классная. Александр II. Класс. Че там? Че там обкурить? А? Кто? Это вон машина, блядь. Купари, смотри. Ну, там машина, да, я и говорю. Где? Вон, видишь, красный, смотри. Ну, там это... Не свистись, блядь. Вот, ты че творишь-то? Ладно, идем дальше. Кто поднял? Рустик не может, да? Че там, Сереж? 1912, что ли? Копеечка? Да, копеечка, ребят. И год, как вы видите. Если видите, ни хрена вы не видите, да? 1913 год. Вот такая монетка. Сереж, тут танец указывает. А ты что ли откопал, Серый? Конечно. Ты? Ну, Рустам, видишь, спина ступила. В роли наблюдателя. Ладно. Копаем дальше. У меня камера все. Так это, покурить, порадоваться с друзьями. Все, у меня камера фокус не ловит. Итак, ребята, у нас самый молодой комрад, самый, отыскал вот такую трешку, 3 копейки. 1869 год. Она немножко с утратами, но это самая крупная монета с сегодняшнего дня. Вот такая зачетная. Под светом фонаря, ребята, уже снимаю. В других местах уже совсем темно. И наш герой, знаете где? Ой, так,
не сломай его прибор. Где Пап, здесь? Пап, приделал сегодня, блин. Вот этот, ребята, молодой комрад. Санчо, передавай всем привет. Привет. С вами девчонка. Есть девчонка? Есть, есть. Передавай воздушный поцелуй. Скажи, я на Ютубе. На, молодец. Мои поздравления. Первая твоя монета и зачетная трешка. Красавчик, молодец. Папка таки еще не откопал. Ладно, идем дальше, ребята. Идем, копаем. Я точно пить пойду. Точно и пить пойдет? Папка ничего не может откопать. Да. А сынишка у него вон, красавчик, молодец. Делает. А Ярик у нас что-то, блин, я не знаю, в носу ковыряется. Сейчас пацан сделает. Ладно, продолжаем, ребят. Итак, ребят, около Сереги стою. Так как у нас здесь фонарь, основной источник света. И вот знаете, у меня выскочил вот такой вот сигнальчик. Достаточно приятный, жалко без ушка. И это у нас образок. Образок. Очень приятная вещица. Конечно, завтра мы все свои находки помоем, сполоснем и покажем, что же мы откопали этой ночью. Будем копать, пока кто-нибудь не свалится. Правда, Ярик уже валился, да, Ярик? Ярик уже валился, в яму провалился. Очки ему не помогли. Ни хрена он ничего здесь не видит. Темно. Очки только днем хороши. А ночью... Ярик хреново, да, Ярик? Ладно, ребят, продолжаем. Итак, ребята, у пацанов там, говорят, два сигнала хороших. У меня тоже сигнальчик. И у меня 20 копеек, 32-й год. Щитовичок. Зачетный, классный, бодренький. Приятный щитовик, не рамочник. Давайте посмотрим, что у пацанов там. В прямом эфире постараемся. Ух ты, что-то кряхтят. Здорово. Ух, большая что-то. Не сломай. Что-то большая. Вонзель, походу, что ли. Прибор мне не сломай. Да, ребят, мы на огородах такие тонны поднимаем. А здесь на шурфе это за радость, ребят. Это 2 копейки Александровского образца. Год, к сожалению, сейчас сказать не могу. Вот, но, в принципе, 1811, ребята. Класс, это пока самая древняя находка здесь, ребят. Сережка, держи, твой, да? Класс, там что-то еще у нас, ой. Еще сигнал медный. Да, что-то еще, ну-ка давай пином. Мы толпой здесь уже собрались. Сейчас, подожди. Ну втыкай пин, втыкай. Не, ищи. Не, пин втыкай. О, что-то взял. Ну-ка. Такая тишина в эфире, ребята. А, жбонь, ёпты. Подожди, еще жбонь. Раз. Все. Ладно, ребят, продолжаем. Что, ребят, продолжаем свой ночной коп. Находки радуют, я свои уже не показываю. Ну, знаете, ну, что... Они не очень. Да, не очень. Вот они, мои находки, которые я только что поднял. Двушка, трешка, двадцатка и копейка царская. Вот, и вот такие вот причиндалы. Русь говорит, что серебро, ну, не знаю, у нас уже таких до хрена. Вот, но только что Серега... Поднял. Сережа молодец, да? Сережа молодец. Поднял 2 копеечки. Александра, ЕМ. ЕМ. Год, к сожалению, разглядеть невозможно. Точно могу сказать, 1800 какой-то. Вот такая вот. На зачет. Идем дальше. Итак, ребята, копаем, продолжаем в темноте. У меня выпал сигнал, но не цветной, а глазной. Глазами нашел вот такую зачетную царскую бутылочку. Бутылочка явно от духов. У Санчо там что-то сигналит, ёшкин кот. Ну, давай-ка, Санька, чемпион, блин, в прямом эфире. Ну-ка, Санька, что там? Юный комрад, ребят. Сколько ему? 11. 11 лет, ребят. Ну давай. Давай, пацан. Нашел? Бля, потерял вообще.
Да ладно, потерял он. Ну ладно, найдет, покажу. Идем копаем дальше. Давай. Ну что, ребят, Серега снова нам поставляет монетку. Что за монета? Это Николай, сохран хороший, 1898 год. Так, так, ЕМовский, да? А, не, СПБ. СПБ. И сохран, в принципе, бодрый, хороший. Зачетно. Серега прям пошел в гору. Красавчик, красавчик. Печка дает. Да, печка дает. Ладно, копаем. Ну что, ребят, и у меня монетка. Монетка достаточно крупная. Что это? Это пятак 30-й год. С одной стороны, смотрите, какой. Бяка. А с другой стороны, мака. Вот так вот, ребята. Ну ладно, монета, конечно, убитая, но все равно приятно, крупная, большая монетка. Идем дальше. Итак, ребят, сейчас была у меня находка. Восторг у меня был довольно-таки высокий. Я ее почистил, но уже все успокоились. Вот такая вот медаль. Медаль равенства и братства. Я ее пытался как-то очистить, чтобы узнать, что это такое. Я думал, сначала монета. Но вот такая какая-то лабуда. И это какая-то медалька. Если есть у кого информация, пишите в комментарии. Ладно, заберем. Ну а наша находка оказалась жетоном периода февральской революции. В феврале 1917 года в связи с тяжелым экономическим положением в России была свергнута монархия и установлен республиканский строй. Создалось две власти в лице буржуазного временного правительства, председателем которого являлся Александр Керенский. Начало 1917 года характеризовалось бурным ростом революционного рабочего движения. За короткий срок правления верховного правительства отчеканено большое количество различных жетонов. Революционный дух и настроение в обществе наглядно отразился на этих жетонах. Они являлись, по сути, революционной пропагандой. Если бы Россия в 18 году осталась организованным государством, все дунайские страны были бы ныне лишь русскими губерниями. Не только Прага, но и Будапешт, Бухарест, Белград и София выполняли бы волю русских властителей. В Константинополе на Босфоре и в Катаре на Адриатике развивались бы русские военные флаги. Но Россия в результате революции потеряла войну, и с нею целый ряд областей. Канцлер Венгрии граф Бетлен, 1934 год. Если бы Шифу, Рокфеллером, Морганом не удалось с помощью генеральского заговора, депутатов Госдумы, а также Керенского, Ленина и Троцкого разрушить Российскую империю, то после победы над Германией и ее союзниками Россия оказалась бы первой в мире супердержавой, и ее экономическому и военному могуществу ничто не могло бы противостоять. К февралю 1917 года русские войска захватили Багдад. Наши части заняли Мосул, крупнейшее нефтяное месторождение на территории нынешнего Ирака, расположенного тогда на турецкой территории. Россия также контролировала к 1917 году половину Ирана и не собиралась уходить с территории столь желанной для англичан. Каспий с его нефтяными и рыбными запасами становился фактически внутренним российским морем. Ставшая с началом 20 века мировым лидером в области нефтеторговли, с победой в Первой мировой войне наша страна окончательно бы выдавила с рынка рокфеллеровскую компанию Standard Oil. Итак, ребята, Русик ворчит, говорит, время 3 часа ночи, мы копаем, Серега рядом. И вот смотрите, что у меня выпало, смотрите, какая огромная шайба. Ух, что? Что? Это пятак Лиза или Екатерина? А, да, да, ребят, это пятачок у нас. Скорее всего, Катя. Вензеля проглядывается, но все остальное, к сожалению, не видно.
Охренеть! Вот это да! Вот это номер! Кто здесь ожидал, что выпадет пятак Екатерины? Огонь вообще, огонь, ребята! Пишите в комментариях поздравления. Время 3 часа ночи. Выпал вот такой вот пятак. Класс, класс, класс. Ну что, ребят, принимаю поздравления. Помимо того, что я пятак здесь поднял Кате, поднял я еще серебро, ребята, царское. Царское серебрушка. Но у Сереги там беда, блин. Он себе чуть ногу, блин, не сломал. Смотрите, там что произошло. Произошло следующее. Вот этот камушек, блин, который у него сейчас в руке, он ему приземлился на ногу. Вот так вот, ребят. Аккуратней. Да-да-да, ребята. Можете покалечиться. Ну, как-то вот так вот Рустик сдался. А мы продолжаем серым. Серега остался. Единственный крепыш, который со мной копает. Остальные на боковую ушли. Смотрите. Это уже, походу, рассвет. Рассвет. А мы копаем и находим. Уже серебро царское. Класс. О, сейчас будет золото. Итак, ребята, встречаю рассвет один. К сожалению, уже в течение получаса ковыряюсь в земельке один. Все сдались, все ушли спать. Ну, а я продолжаю. У меня несколько было сигналов советских монет. Я их выкопал, вам не показывал. Но вот решил поднять им солнышко. Вам показать монетку, которую я только что выкопал. Ждал, но все же солнышко поднимается, и монетку вам показываю. Это золото партия. Оно находится у меня. Вот она такая. Это у нас трешка. Ничего сверхъестественного нету. Это у нас обычная трешечка 46-го года. Так что вот такая вот монетка. На рассвете, ребята, на рассвете. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Вот она, красавица. С поднятием солнышка откопалась. Ну ладно. Там вот вдали, в леске. Слышите? Самец. Самец гавкает. То есть, слышите? Косули. Да. Ладно, пойду я чаек, наверное, попью и продолжу. Итак, ребят, уже рассвет. Все спят. Мы так и не посидели около костра, как я вам обещал. Хотели посидеть, поразговаривать, страшилки детям. Но дети как-то быстренько спать ушли. Вот сижу один здесь около костра, попиваю горячий чай с пряничками. Сергей вон в окошке появился. Тоже не спится, оказывается. Вот, ну, в общем, ребят, чай попил. Сейчас пойду продолжать в одиночку доставать монетки из земли. Как вы знаете, серебрушечка у нас есть царская, Катин пятак, ну и куча различных советиков. Что еще даст шурф, не знаем. А скоро об этом точно узнаете вы и мы. Так что ладно, пойдем. Нет, Серега ругается, говорит, маньяк ты, Санек. Пойдем спать. Нет, я пойду копать.